Всем привет! Сегодня у нас в обзоре новинка от компании Новосибирск Продмаш. Это следующее поколение Пегасов. Называется Pegas Evolution. Ну, он поступил к нам в офис. Сейчас мы покажем вам, что он из себя представляет. Открываем коробочку. Достаем, значит. Вот такой вот интересный негаситель. Что нового? Производитель говорит о том, что в этом Пегасе нет картриджа, который там раньше был установлен. Это вот такая вот штука, которая со временем изнашивалась. Пегас начинал капать, и, соответственно, надо было менять. Теперь этого устройства там нет. Там стоит другое устройство, которое можно обслуживать. Соответственно, за 2 минуты, говорят, полное обслуживание. То есть можно разобрать, смазать, почистить и продолжать работу дальше. Соответственно, изменился принцип работы. Продемонстрируйте, пожалуйста, как теперь будет подаваться газ, наливаться пиво. Собственно говоря, вверх теперь не надо поднимать. От себя от нас подача газа в бутылку. Потом нейтральное положение. И вот это вот у нас налив пива так будет происходить. Вот. Ну вот такой интересный Пегас. Что еще интересного? Ложка. Новая ложка. Той конструкции, которая позволяет еще использовать бутылки с разными стандартами горлышек. Здесь вот такая вот штука, она переключается, внутри переставляется там вкладыш, и можно другой стандарт горлышек использовать на бутылках. Вот, что, в принципе, удобно, потому что в некоторых регионах уже используют новые реформы. Соответственно, бутылки разные бывают. Что еще интересно в этом Пегасе, они добавили сюда быстросъемное соединение для подвода газа и слива, которые вот этими гайками закрепляются, но можно снять их. Соответственно, шланги нужно будет зажать хомутами, но потом, откручивая гайку, можно легко их отделять. Ну, собственно говоря, посмотрим, как у нас происходит налив в новом Пегасе. Значит, подаем газ. Что такое у нас происходит? Просто газ в линии был. Спускаем давление лишнее. Все, бутылка отличного разливного пива готова. Всем пока.